Всем привет! Сегодня мы будем плести с вами вот такую вот тыковку. Нам понадобится коричневый, зеленый и оранжевый бисер. Леска 0,2 или 0,22 мм. На левый конец набираем одну оранжевую, две коричневых и одну оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Складываем концы вместе, чтобы плетение было на середине. На правый конец набираем одну оранжевую, на левый коричневую и оранжевую. Правым концом проходим в левую бисеринку. На правый конец набираем одну оранжевую, на левый коричневую и оранжевую. Вторым концом проходим в левую бисеринку. На левый конец набираем две коричневых и одну оранжевую. Вторым концом проходим в последнюю набранную. На левый конец набираем 2 оранжевых и 2 коричневых. Этим же концом проходим в первую набранную. Подтягиваем крестик к плетению. На левый конец набираем 1 коричневую и 1 оранжевую. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в правую бисеринку. На левый конец набираем одну коричневую и одну оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем одну коричневую и одну оранжевую. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 коричневых и 1 оранжевую. Вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 3 коричневых бисеринки. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем одну оранжевую и одну коричневую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 коричневых бисеринки. Вторым концом проходим в последнюю набранную. На левый конец набираем одну коричневую и 2 оранжевых. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 1 коричневую и 1 оранжевую бисеринку, вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 2 коричневых и 1 оранжевую бисеринку, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 коричневых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 1 коричневую бисеринку, на левый 1 коричневую и зеленую. Правым концом проходим в зеленую бисеринку. На правый конец набираем 1 коричневую, на левый 1 коричневую и 1 зеленую. Правым концом проходим в зеленую бисеринку. На правый конец набираем 2 коричневых бисеринки и 1 зеленую. Вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 1 коричневую, на левый 2. Правым концом проходим в последнюю набранную. Выводим концы лески вот в эту бисеринку. На левый конец набираем 1 коричневую, 1 оранжевую и 1 коричневую. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 1 коричневую и 1 оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 1 коричневую и 1 оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную.
Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем одну коричневую и одну оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 коричневых бисеринки. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем одну коричневую и одну оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 2 коричневых и одну оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 оранжевых бисеринки. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 коричневых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Выводим концы лески вот в эту бисеринку. На левый конец набираем 2 коричневых и 1 оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 1 коричневую и 1 оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 1 коричневую и 1 оранжевую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 коричневых бисеринки. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Выводим концы лески, как показано на видео. Завязываем 3 узелка и обрезаем концы. Так делаем только на одной половинке фигурки. Плетем точно такую же половинку. У нас с вами останутся на одной длинные концы, с помощью которых мы будем сшивать две половинки. Сшиваем наши половинки, прикладываем их вместе и на вот этот конец лески набираем 1 коричневую бисеринку. Этим же концом проходим в точно такую же бисеринку на второй половинке.
На любой конец набираем одну бисеринку, вторым концом проходим через нее. Правым концом проходим в правую бисеринку. Левым в левую. На любой конец набираем одну бисеринку, вторым концом проходим через нее. Таким образом сшиваем до конца фигурки. Вот так у нас должно получиться. Осталось только вывести концы лески и завязать 3 узелка. Правым концом проходим через правую бисеринку, левым концом проходим через левую бисеринку. И через бисеринку, с которой мы начинали сшивать. Завязываем 3 узелка и обрезаем концы. Вот такая тыковка у нас с вами получилась. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм и тикток. Ссылки в описании. И всем пока!